Где у нас шли ремонтные работы? Значит, ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Значит, эта сторона все нормально. Там мы 4 пролета заменили. Хорошая производственная база. Это позволило всю укрепленную сборку всех металлоконструкций организовать прямо здесь. То есть мы с 3 заводов крупнейших металлопроизводителей. В Сибири в том числе. Да. Мы привезли из Тюмени, с Кургана и с Воронежа. К счастью, а сколько всего было? Свыше 1000, да? Валерьевич, 1214 тонн. Благодаря тому, что у нас такая очень развернутая программа строительства по стране сейчас, и был металл в наличии, подмостовые изделия, поэтому мы быстро перебросили этот металл на производство вот этих непосредственно конструкций, и за 2 недели собрали все 1214 тонн и привезли сюда. Значит, выстроили полностью цепочку сопровождения с ГАИ. Каждый пост предупредили, каждую машину считали в ручном режиме. Я попросил губернаторов подключиться. Губернаторы каждодневно на заводах контролировали выпуск каждой тонны. И мы получали прям такую сводку, сколько изготовлено, сколько в пути, сколько доставлено. И здесь на производственной базе Росавтодора собрали строители, и они уже привезенные металлоконструкции, их дособирали. Сколько человек работало? 500 человек работало в круглосуточном режиме. Значит, 3 плавкрана, 4 баржи и порядка 21 единицы техники. А шторма не мешали? Сильно мешали. Вот из 55 дней 22 дня шторм. 22 дня шторм. Исходя из этого были применены новые уникальные технологии, чтобы все-таки даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли. Пришлось подключить водолазов. Вот ту разрушенную часть моста мы даже водолазной резкой резали внизу, чтобы быстрее его разобрать, чтобы освободить опору моста, на которую нужно было поставить новые вот эти прогнозные строения. Это у нас правая часть, да? Это правая часть. Левая, я так понимаю, она в рабочем состоянии, но тем не менее нужно, там, она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния, да? Да, Валерьевич, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение, но для будущего, для правильности, ее, конечно, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и Ну, подъедем, когда вы покажете, где это. Хорошо.